годика будет. Видите, друзья, он знает. 3 годика мне будет, скажи. Машина едет, машина. Видишь, машина? Добрый вечер. Вот мы решили прогуляться. Сегодня не так жарко было, да? 3, вот, видите, друзья, 3 годика будет османчик. Большой уже мальчик, да? Пойдем, Улам. Мы решили пройти прогуляться вечером, потому что днем все равно еще жарковато. Утром османчик отказался ехать на море. Осман, пойдем? Ты куда упадешь там? Османчик отказался ехать на море. Бассейн тоже. Поэтому мы сегодня весь день просидели дома. Вот. В поисках билетов. В принципе, есть на начало сентября. Там одна дата. Интересная цифра. Вот. В общем, не знаю, на выходных еще посмотрю. Османчик, иди сюда, там упадешь. Ты куда взобрался? Да. Давай руку. Видишь, как здесь бордюры снесли. Вот. Османчик все просится и просится домой. Придется ехать. Поехали, османчик, держи коляску. Да. Правда, что бархатный сезон начинается. Ну ничего, мы и бархатный сезон успеем, да, захватить. Да, османчик? Вот, на день рождения сейчас встретили бабушку, пригласили ее тоже заранее. Сказали, чтоб... Машина! Чтоб во вторник она была с нами, обрадовалась, благодарила уже. Вот и думаю, посмотрела сейчас прогноз погоды на вторник. На 24 августа показывает жару, 38 градусов, поэтому я вот думаю, наверное, у бассейна не получится у нас собраться. Я думала у бассейна украсить стол. Завтра поедем в торговый центр, купим тарелочки, какие-то аксессуары к дню рождения. Что будет, посмотрим. Может быть, какие-нибудь шапочки, а эти колпаки праздничные, чтобы было праздничное настроение у нас. Папа Осман пока не звонит, не говорит о своих планах. Приедет он, не приедет на день рождения к сыну. И мы тоже не звоним. Лишний раз не тревожим. Вот. Ну что, пойдем гулять. Киска, да? Ой, киска. Мяу, говорит. Османчик, скажем, днем все шустрее. За ним не угнаться. Кстати, нам надо еще его подстричь к дню рождения. А то он уже весь лохматенький стал. И жарко ему. Да, именно оттуда его надо, да, ведь пробегать каждый раз. Не упади, ладно? Да, дедушку с бабушкой очень соскучились тоже. Просят привезти внука. Но провожать в этот раз не будем, сказали, на поезд. Вылетаем мы всегда с Казани, потому что с Казани выгоднее и цены, и... Дорога, кажется, проще, чем с Уфы, с Башкирии, потому что за 3 часа до вылета надо быть в аэропорту, а еще 3 часа дороги до Уфы, 200 километров. Машина едет, держись. Вот, поэтому нам удобнее, конечно, через Казань, через Шамиле с ночевкой. Едем пораньше, ночуем у Шамиля и затем уже спокойно идем. Едем в аэропорт. То есть и в дороге и кушать не надо особо. Какой-то перекус небольшой. Вот, сказали, провожать не будут. Потому что в прошлый раз было очень тяжело им. И
60 километров от нашего города ЖД вокзал, ЖД дорога. Я ей на обратном пути было очень тяжело возвращаться, говорит, за рулем папе. Вот, очень сильно переживали расставание. Опа! Тихонько, тихонько. Ты тут ударишься и поранишься. Вот. Османчик. Вон сколько народу на площадке. Стой, стой, машина, машина. Стоять. Молодец. Ну, Османчик, вкусные пельмешки. Пельмешки ты? Сколько там пельмешек у тебя? Давай посчитаем. Один, два. Много, да? Много. А что сразу пока? Мама, вон пельмешки тебе настряпала, пока ты спал. Вкусные пельмешки? Ах? Мини. Вкусные пельмешки? Пельмешки, ах? Ты мимимишки хочешь, да? Ты мультик просишь, да? Ну, давай. Вот, все закрыл. Да. В день не больше 15 минут. Да? Ты давай, докушай пельмешки. О, как вкусно, да? Да, Османчик, молодец. Давай. Кушай, как кушай. Целуется. Тебя собачка целует, да? Вот, они целуются, да, у тебя? И маму целуют, и папу, да? Вот так. Где мама собака у них? Где мама собака? Вот, собака. Папа? Папа. Папа собака? Бака. Папа собака? Папа, бака, папа. Ляля собака? Ляля, бака. Мама собака? Мама собака? Ау-ау-ау. Ау-ау-ау, говорит, да? А ты тебе губки-то не вытер после йогурта? А? Губки не вытер? Забыл? Я тебе там оставляла ведь салфеточку? Да. Мама. А Османчика целует собачка? Собака тебя поцеловала в щечку? Как тебя целует? Как тебя в щечку поцеловала собаку? Покажи-ка. Вот сюда щечку целует тебя собака? Ой, вот как собачка целует, да? Ау-ау-ау делает, да? Мама любит Лялю свою, да? Вот так. Они у тебя спать легли, да? Бай-бай делают? Бай-бай, скажи им. Спите, скажи, собачечки мои. Ой, Осман. Чувствую я, если полетим домой в Россию, багаж у нас будет огромный с твоими собачками, да? Алина! Где? Где собака? Да, вот так спать легли, да? Ах, вкусно? Вкусно? Ах, скажи. Так, кукуруза вкусная, да? Выпросил со слезами на глазах. Кукуруза-то больше тебя. Приятного аппетита. Ты ж моя умница, Османчик. Ты меня радуешь, Осман. Ты научился ножницами управлять, да? Да? Османчик. Османчик, ты научился ножницами управлять? Осторожней, в глазки не попади. Нельзя так махать. Ты умница моя. Ну вот камера не хочет. Снимать. Как красиво ты делаешь, да?
Ты молодец. Итак, Османчик может сидеть 30 минут. Да, Осман? Да, скажи. Перед сном он решил все-таки. Да. Он мне 20 минут объяснял, что он хочет. Показывает вот так. Что это, понять не могу. Да? Пока Осман, да, подвела его уже к нашему, к нашей полке, где у нас все лежит, да, для занятий. И он мне вытащил сам цветную бумагу. Я поняла, что вот это ножницы. Нож! Ножницы! Да, все, хорошенько. Давай, все, глазки не попади, ладно? Ножницы, да? Ножницы. Ножницы, да. Давай. Делай свою поделку и пойдем спать, да? Спать будем? Нет? Ты всегда так говоришь, что спать не будешь. Как только до подушки доходишь, голова. Все, спать. Да, Османчик?